дорогие братья и сестры, мамаши, священбатюшки наши, дорогие уважаемые, дорогие дети, всех вас сердечно поздравляю с праздником, со светлым праздником Рождества Христова. И очень рад, что мы здесь все собрались вместе на праздник, на детский праздник, чтобы прославить Господа нашего Иисуса Христа вместе с ангелами, вместе с пастухами, с волхвами и принести Богу жертву любви, жертву благодарения и преданности. Это самое главное, потому что если мы преданы Богу, то мы будем преданы родине и семье, и будем жить хорошо. Сегодня очень радостно, что Господь собрал нас вместе. Вместе и три храма у нас в городе. Правда, есть еще четвертый отца Константина. Но он пока только начинает свою жизнь. А вот три больших храма у нас, три прихода, и в каждом храме есть три воскресные школы. И вот сегодня три воскресные школы покажут там небольшое, но радостное представление, славящее Христа, родившегося. И Господь родился и принес нам радость. Он явился миру. И поэтому мы после этого тоже празднуем день рождения каждого из нас, потому что при рождении дается благодать Божия. Слепойся Бог, мы от чрева матери моей сказано. Но главное, что Господь родился в мир, чтобы спасти всех нас. Поэтому еще Патти и Патти еще раз поздравляю со светлым Рождеством Христовым. Еще